В эту пятницу, 28 июня, представители средств массовой информации отмечают свой профессиональный праздник. И в честь праздника журналистам оказывается особое внимание и вручаются награды. Первыми их поздравили представители областной территориальной избирательной комиссии, которые провели специальную встречу и наградили журналистов. Также на мероприятии был подписан меморандум. На встрече журналисты обсудили проведение выборов в стране, в том числе в регионе, и предложили идеи по модернизации этой сферы, чтобы идти в ногу со временем. Журналисты перед выборами должны осветить деятельность всех партий, а не какой-то конкретной. Неважно, в каких городах собрания, только так мы можем быть разносторонними. Кроме того, обсуждалось, как привлечь граждан к участию на выборах. Специалисты выразили различные мнения, коснулись актуальных тем и отметили, что в новом Казахстане выборы должны быть справедливыми и прозрачными. Сегодня вы информируете население о событиях в социальной, экономической, политической и других сферах. В связи с профессиональным праздником работников СМИ сегодня проводится мероприятие в свободном формате, чтобы услышать мнение журналистов касательно избирательной системы. Сейчас в нашей стране жители сами выбирают сельских и районных акимов. В прошлом году народ избрал руководителей двух районов. Данная инициатива будет продолжаться. Отметим, что на встрече между представителями средств массовой информации и избирательной комиссии был подписан меморандум. Мадияр Салыков, Ермек Кеншинбек, Айхан Ахпарат.